Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Меня зовут Юлиана. 29 апреля. Этот день обладает особенной силой. И именно 29 апреля, когда идет день огня, день энергии, который поможет вам избавиться от бед и очистить энергию дома. В этот день вы можете сжечь свои проблемы и избавиться от неприятностей. 29 апреля утром, когда вы проснетесь, вы можете свои проблемы, свои неприятности написать на листочках. 29 апреля – это идет 8-й лунный день. Значит, вам надо подготовить 8 бумажек. На каждой бумажке вы можете написать свои проблемы, свои беды, то, что вас беспокоит больше всего. После того, как вы написали все свои проблемы, вы зажигаете свечку. Свечку можно взять любую. И от этой свечки вы начинаете сжигать свои бумажки, при этом говоря такие слова. «Огонь свечи догорает, проблемы мои забирает, навсегда в пепел превращает». И все. Вот эти слова вы должны проговаривать каждый раз, когда будете сжигать свой листочек. После того, как вы сожгли все свои листочки, вы собираете свой пепел. Обязательно вы должны пепел выпустить за окно, можно выйти на улицу. Обязательно его нужно пустить по ветру, при этом сказать такие слова. «Да будет так, как я желаю». И все. Подготовьтесь заранее к этому дню, и вы увидите, как ваша жизнь будет меняться.